В Омске с группами смерти будут бороться сразу несколько ведомств. Проблема актуальна для многих регионов страны. В социальных сетях создаются сообщества, в которых детям предлагают выполнить несколько заданий, затягивают в игру, которая может закончиться весьма печально. Искать организаторов таких групп будут не только специалисты областного министерства образования, но и полицейские. За безопасностью детей должны следить и родители, мониторить сайты, которые посещает ребенок, следить за личными страницами в социальных сетях. Если существует вероятность, что ребенок был вовлечен в опасную игру, следует обратиться в полицию и к психологу. Поставил задачу и подготовить предложение по очень широкой социальной антирекламе таких проектов. Да, мы будем и использовать, и, я думаю, договоримся с операторами наружной рекламы, и я думаю, что мы ролики соответствующие там тоже будем готовить, да, и какие-то материалы, и работать вместе с Роскомнадзором. Между тем, понять, что ребенок уже вступил в группу смерти, можно и по его поведению, так если на теле или в дневнике появляются однотипные рисунки или цифры, сам подросток становится безучастным и психологически подавленным, то вполне возможно это признак опасного увлечения. Впрочем, группами смерти в соцсетях они не ограничиваются. Игра «Беги или умри» по ее условиям ребенок должен перебежать оживленную улицу как можно ближе к двигающимся машинам. Игра «Исчезни» на 24 часа. Подросток прячется в таком месте, чтобы сутки его не могли найти. Как уберечь детей и на что нужно обратить внимание родителям? Наши коллеги из Кемерово поговорили с детским психологом Анастасией Муловой. Смотрите через несколько минут в рубрике «Интервью».